Минздрав изменил порядок выдачи некоторых медицинских справок. 5 дней действуют документы для детей, которые отправляются в лагерь или санаторий. Плюс в случаях болезни или отсутствия контактов с зараженными инфекцией пациентами. К тому же теперь год вместо 3 месяцев сведения остаются актуальными для абитуриентов кадетских училищ, лицеев МВД и МЧС. В Беларуси продлили действие социальной скидки в 10%. Рассчитывать на поддержку государства можно в магазинах 14 торговых сетей. Среди участников – Евроопт, Санта, Грин, Алми, Простор и Доброном. Скидка распространяется на 29 позиций. Речь о продуктах, которые белорусы покупают каждый день. Яйца, мука, масло, твердый сыр, сахар и мясо на кости. В стране увеличена сумма субсидий и льготных кредитов на решение жилищных вопросов. На эти цели планируется израсходовать почти 1 600 000 000 рублей. Это больше, чем в прошлом году. При этом максимальная цена одного квадрата – 1170 рублей. Отдельные льготы прорабатываются также для медиков и военнослужащих. В стране в 2022 вырос спрос на дрова. Выполнено свыше 240 тысяч заявок. Удвоились продажи и колотой продукции. Всего белорусы купили больше 1,5 миллиона кубических метров древесины. Это связано с открытием новых торговых площадок, плюс повлияла ранняя зима. Заказать топливо в некоторых лесхозах можно даже онлайн. В Беларуси на выходных возможны проблемы с кассовыми операциями. Это связано с проведением технических работ, которые запланированы с 9 утра в субботу. Подобные сбои наблюдались 2 января, когда пришлось на время закрыть десятки торговых объектов и заправок. Кроме того, ночью 28 числа могут возникнуть неполадки и с банковскими картами.